Ну а поздравлять женщин в республике начали уже накануне. Представители «Прекрасной половины» собрались в Театре оперы и балета. Там состоялся праздничный вечер «Голоса любви». Подробности в следующем материале. Женщина – это целый мир, прекрасный, волнующий, непредсказуемый. Во все времена мужчины пытаются разгадать свою вторую половину. И тот, кому это удается, счастлив. Наши женщины еще и великие труженицы. Они добиваются успеха на любом поприще. И об этом сегодня говорили на вечере. В республике немало делается для поддержки материнства и детства, укреплению семейных ценностей. Уже сейчас в систему охраны здоровья матери и ребенка активно внедряют прогрессивные медицинские технологии. Динамичными темпами ведется строительство детских садов, что позволяет матерям быстрее вернуться к профессиональной деятельности после очередного декретного отпуска. Состоялось вручение награды за заслуги в области здравоохранения, промышленности, педагогической деятельности, местного самоуправления. Образ женщины воплощает в себе все самое светлое и лучшее в жизни. Испокон веков представительницы прекрасной половины олицетворяли нежность и заботу, трудолюбие и прилежность, чуткость и терпеливость. Все свои лучшие поступки мужчины совершают ради вас, ради вашей улыбки, ради вашего счастья. Вы делаете мир ярким и добрым, дарите ласку и самые прекрасные чувства на земле – любовь. Для женщин был подготовлен концерт «Голоса любви». Кстати, его ведущей стала известная эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая. Я женщина, а значит, я опасна. Огонь и лед навек во мне одной. И я женщина, а значит, я прекрасна. С рождения до старости седой.